Shreel will get that. He's your assistant today. Yes. That's a big tray, isn't it? That tested your power, didn't it? Okay, it's dessert time now. Chef, you dessert. Don't do dessert, do you? Chief Pastry Giovanni. Chief Pastry Giovanni to do the dessert. Please welcome Giovanni. Giovanni. Here. The end is near. And so I face it what I had to do. And so it threw me. Все по 10 баксов. Как на рынке, короче. А мы с вами идем на тур по кухне. И Настя с вами тоже идет. Понеслось. Вот это вот через здание нельзя заходить. Да, это... О, прохладно, да? Поддерживается температура холодная. Чувствуешь? Из арбуза. How much did you buy the what do you call this one? What? What do you call this one? That's stabilizer. Stabilizer, yeah. Напоминалки, как готовить кофе, смотри. Десертики. О, смотри, какие сегодня десертики. Десертики? Смотри, какие. У нас таких не было. Это торты готовят. Вина. Под замком, прошу заметить. Минералка, вина, все под замком. Бухашка. Все, что ли? Все. Сказали нам. Как-то быстро. Просто такая толпа, ну прикинь. Когда всех разделить на группы, каждой группе что-то рассказать. Пока это все буду рассказывать, уже надо же приготовить. Вот и все. Вот такой вот тур по кухне. А все это для заманухи, чтобы купить. Пошли поедим. Сейчас монетки попадали в казино. Штормануло сильно. Че? Наш любимчик. Где? А. Фокусы показывают. У вас тут ребенок на поводке интернет. Is it on? Is it on? Yeah. Why? Kevin, is it on? Че сказал? Включена камера. Зерон? Is it on? А. Это включено? У меня слышно было Зерон? Зерон? Мне тоже так послышалось. Это наш самый любимый. Поставь на заставку его. Вот, да. Кстати, самый главный аниматор здесь. Он из газеты всего. Твой друг. Мой друг. Здрасте. Всем привет. После тура на кухне. Шестой день. Мы покажем вам тур. На завтрак, да. Это уже поздний завтрак. Оп. Все, Настя помыла руки. Вот видите, для ленивых сделано. Кстати, тоже ленивая. Вот кто ленивый. Я просто не могу, она там просто обмакивает твои руки с жиром и слизью вот этой. Поэтому я могу только у Насти краешек взять чуть-чуть. Краешек. Здесь всякие йогурты, мюсли. Какие-то бобы. Корм-биф-хаш. Каша какая-то. Сосиски опять. А вот здесь хлеба куча всякого разного. Сыры. Сори. А здесь сладкое. Тоже какие-то сухофрукты, варенье.
Рома никак не может ничего себе выбрать. Да я объелся уже просто в дни. Одно и то же, да? Одно и то же, и очень много всего, поэтому надо избирательно очень сегодня к сегодняшнему завтраку. Что это такое? Буррито. Рома будет блинчики. Я возьму вот такую вот штуку. И вот такое яйцо возьму. Настя чисто на фрукты, короче, налегает. Ветчина разная. Я сейчас возьму. Сыр Филадельфия. И копченый лосось. Он, кстати, тут офигенен. Картошечка. Так, ну все. Я пошел. Вот такой вот завтрак. Еще потом будут фрукты, десерты. На самом деле, надоедает уже, конечно, есть одно и то же. Ну, а что поделаешь. Рома. Рома, ну что ты такой вот, что за человек такой? Сладкое с утра есть, как маленький ребенок. Стась, накажи Рому. Наказала? Рома, ну кто вот так ест, скажи? А? Еще чайку сейчас закажешь или кофе? Я сейчас пойду за нормальной едой. А это для чего ты взял? Да я что-то ошибся. Психанул? Стася действует на тебя, молодец. Одно слово Стаси, и ты бежишь за нормальной едой. Я приспособлю. Давай каши Геркулесовой, ну-ка, чтобы взял. Стась, скажи ему. А я-то что? Да, вот такой вот завтрак проходит. В приятной атмосфере. Настя Геркулес ест, вот молодец. Человек ест, что хочет. Стася не молодец, какую-то фигню ест. Так, ну все, приятного аппетита. Движняк или что, как это? Суета, блядь. Тихомотин, блядь. Не, там другое слово было. Мы взяли 5 бутылок пива, $21. И налог 15%. Бесед. Где оно? Ханикен. 5 бутылочек. Вот знаешь.